Привет всем, это исследователь. Что-то вода какая-то опять, свинина, как вы видите. По вкусу нормальная, не протухшая, но воды дофига. Вот видите, но на самом деле было в два раза больше. Я не успел снять, она же здесь минут 15 или полчаса стоит. Было дофига. Ну что, откуда столько воды? Мне кажется, они купают мясо, что ли. Такая вот вода. Если бы надо, я сам бы долил. А так-то 100 грамм, блин. Ну или сколько там, 50 грамм, ладно, уходит, блин. То все равно это, даже если взять. Здесь 35, 23 рубля. 10 рублей. С каждого кусочка по 10 рублей стаскивают. Вот такая вот проблема. Пока.